Парни, всю ночь промучились. Байкал. Красота какая. Фу, вроде прохладненько так. Кажется, пар даже идет. Время 4:21. Рассвет будет ориентировочное. Минут через 25, через 30. Еще, наверное, пойду я чаек скипячу. Давай, прохладненько. Парни заявили тачку, а моя жена всю ночь думала, что это они медведи отгоняют так. У нас вот такой туман. Утром. 8:30 утра. Надо заходить, здесь все это. Идет вода. Черные штучки такие плавают. Под него волны. Ну где наберешь, наберешь. Как наберешь, так наберешь. Но. Вода цветет. Добытчица. Да устроит, а что, полом-то нельзя было набрать-то? Нафига, чтобы вылечить все равно.
или Байкал. В открытое море. Далеко не заплываем, за буйки, пожалуйста. Вон вода цветет. Видимо, может, какой-то период есть, что она цвести начинает. Ну вот так вот сейчас плыву, вон. Метр полтора, наверное, да? Метр полтора. Метр 15 от берега отплыли. Ну все, давай кидать удочки. Ну здесь говорят, что здесь ничего не ловится. Ну, мы вчера наловили, сколько мы посчитали? 40 штук. 39 мы этих штук поймали. Ельцов. 39 ельцов за полчаса, наверное. Но они маленькие, но очень вкусные. И клевали каждую секунду. Клевали, только поплывок упал, ну, повис на воде, сразу начинает тык-дык-дык-дык-дык. Ну что, бросай якорь. Якоря нет? Чего? Шатает нас сильно. Вообще, ну, волна, видишь, волна. Все, далеко не уплывай, хватит. Давай вдоль берега плавать. Жилет есть у нас один спасательный. Один на двоих, правда? Да, и две вот таких штучки. Спасательные. Сейчас посмотрим, что там на дне. Камеру опустим. Или отпустим, или опустим. Заряжай камеру. Или надо было сапоги-то эти снять. Как нами сказали, что здесь рыбы нет. А вчера как бы нам повезло почему-то с ельчиками с этими. Вода-то прозрачная, видно, что там вообще никто не плавает. Кроме песка вообще ничего нету. Надо завязывать здесь рыбалкой. Ну, попытаться-то и... можно? Можно. И лежать просто. Вон у нее опарыш, и никто даже к ним не подплывает. Клюет? Да. Съел. Вот, короче, вот такая у нас вода. Вся зацвела. Зацвела. Я вообще на Байкале не вижу, что вода цвела. Не, ну она бывает. Здесь залив, может быть, и своя тоже какая-то. Это микрожизнь. Залив. Вот я зашел вот так вот, порыбачил. Залазить, купаться, никакого желания в такой воде нету. Поэтому у нас вообще самим комиссии место для дислокации поменять. Вот вода реально теплая, но я в такой воде купаться не хочу. Сейчас мы часик, наверное, позагораем, перекусим. И поедем, ну, уже в обратную сторону. В обратную, они не всегда поплывают. Ну, люди купаются. В воде сидят. Мы, наверное, тоже все-таки искупаемся хотя бы разок. Для галочки. Что в Баргузинском заливе мы тоже были. Ну, может быть, она цветет каждый год, вот такая у нее там активность какая-то, цветение воды. Еще одну мелюзгу вытащил.
Наши вчерашние ельчики. Отпускай. Он уже сам сорвался. Такие вообще активные. И воды так интересно их доставать. Вчера вообще была активность весела, не очень такая. Ну, не, круто, мы вчера порыбачили, прям азартно. Смотри! Вон они там запрыгали все. Или что это такое, видишь? Да вот посмотри, какие-то, я не знаю. Птицы на юг полетели, а вот смотри, вот еще сейчас куча. Они тоже соберутся, видишь, те косыпом уже быстро идут. Это утки какие-то. А эти куча что-то летят. Вон еще отставшие по низу. О, утки, видишь, точно. Вон по низу летят. Ну эти маленькие, эти уже побольше. О, а те все улетели, их не видно уже. Вон Анютка загорает, а у нее паук на голову сел. Пауты, кстати, здесь нас уже затерроризировали. Мы когда подъехали где флагбаум, где нужно платить экологический взнос, там паутов вообще немерено было. Там я такая туча. Я думаю, как они там вообще находятся, как они там работают. Вот ельчик какой попался, хороший. Да? Ну. Анютка сразу рыбачить захотела. Да что-то все. Короче, попали. У нас все опарыши поползали куда-то. Потому что кто-то не закрывает за собой. Достали меня эти пауты уже. Паутов немерено. Очень много. Но туман немножко ушел, но дым, теперь дым.